Ситуация с распространением COVID-19 на территории Северной Осетии стабильна. Темпы суточного прироста заболеваемости за неделю на 6,7% меньше, чем за прошедший аналогичный период. Об этом заявил главный санитарный врач республики Алан Тибилов на заседании оперативного штаба. Провел его в Рио главы республики Сергей Миняйлов. В республике продолжается реализация комплекса мероприятий по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил. Руководители республиканских медучреждений доложили об остановке в стационарах и о мерах, которые принимаются для минимизации темпов распространения COVID-19. Сергей Миняйло поручил Министерству здравоохранения пересмотреть процесс маршрутизации пациентов. Перепрофилированные стационары необходимо планомерно переводить на обычный режим работы. Между тем, нужно определить отделение, которое будет и дальше принимать пациентов с коронавирусом. Важный вопрос повестки – ход вакцинации населения. Сейчас в республике активно проходит прививочная кампания. При этом необходимо усилить информационно-разъяснительную работу среди жителей республики. Сергей Миняйло дал поручение главам муниципалитетов провести подворовые обходы, проинформировать население о необходимости вакцинации от коронавируса. В свою очередь, в Рио вице-премьера республики Лариса Туганова предложила привлекать к этой работе сотрудников центров социального обслуживания населения, расположенных на территории муниципальных образований. Сергей Миняйло подчеркнул, что республиканские власти совместно с представителями профильных федеральных ведомств, расположенных на территории Северной Осетии, должны оценить и предусмотреть возможные риски повторной вспышки коронавируса и свести их к минимуму. Thank you.